День России. Славянцы с большой радостью присоединились к всероссийской акции «Поем всем двором». Акция «Поем всем двором» так понравилась славянцам, которые активно участвовали в ней в День Победы, что ее решили провести и в День России. Во дворе многоквартирного дома по улице Красной, 126А, который выглядит привлекательно и ухоженно, благодаря своим придомовым цветникам и палисадникам, собрались и старый млад, чтобы получить удовольствие от исполнения хороших песен. Жильцы дома украсили свои окна и балконы плакатами и флагами, чтобы это оформление подчеркнуло праздничную атмосферу. Вокальный ансамбль «Комплимент» исполнил песни о родине. Мы добьемся всего, если вместе пойдем. Мы уж песню свою, видит Бог, да поем. Наш высокий порыв никому не сломить. А иначе зачем на земле этой жить? Ты вокруг оглянись на леса и поля. Нам с тобою хранить надо эти края. Пусть березы шумят и ромашки цветут. Пусть на нашей земле наши дети растут. По сложившейся традиции российский гимн пели все вместе, и это исполнение заставило чаще биться сердца всех участников акции. Акция замечательная, очень приятно, погода способствует хорошему настроению. Россия замечательная, великая страна. Мы благодарим нашего председателя ТСЖ администрацию за прекрасно организованный концерт. Все было очень прекрасно и хорошо. Мы все рады. Собрались все пенсионеры, молодежь и дети с удовольствием послушали. Настроение приподнято. Прекрасное, прекрасное настроение. Спасибо большое еще раз. Песни звучали в этом дворе, привлекая всеобщее внимание. Люди выходили на балконы, выглядывали из окон, спускались во двор и подпевали исполнителям, повторяя знакомые и дорогие им слова. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».